Дмитрий Турсунов. Будет очень сложный матч. Немки очень прилично играют. У нас хорошая команда. Легким ничего не будет. Очень приятно первый раз будет сыграть в Сочи. И надеюсь, все пройдет удачно. Ни разу еще не играла в Сочи. В Сочи не была года 2-3 уже. И как бы очень хочу посмотреть. Надеюсь, у меня хорошие воспоминания в Сочи. У меня много друзей тут. Grandissimo punto Alep. Iya Sharapova, medaglie olympique d'argent. Olympic flame is carried by Maria Sharapova, silver Olympics medal winner in tennis. Олимпийский огонь несет ее по теннису.